в эфире «Мастер-лига» и кульминация решающей матчи сезона, 4-го сезона «Премьер-лиги» прямо здесь, на канале, на прямая трансляция. Стартуем, и сразу же матч интересный, крайне это большой кубок, это матч за третье место, за бронзовые медали. 3 минуты даже. Так, Сюдников, вот, на месте. Явно собирается демонстрировать электронный город. Пятером они сейчас будут пробовать скрыть оборону АГС. Сидьков стреляет, и Штонго! Передача от Екатерины, ничего не проходит. Сидьников передачу перехватывает. И очередной удар по воротам Кудрина. Легко они обезмячили соперника. Теперь Саур еще раз заброс. Вот сейчас получше Аджимамбетов. Удар с лету. Успевает сложиться Кудрин. Ушел. Перехват, какой удар, еще один удар, и совсем рядом со штангой. Кочкин смог сделать передачу, Завершинский бьет, Саур, здорово. Сократил дистанцию и отбил мяч ногой. Поэтому надо грамотно распределить. Ох, Ситников здорово влево, и бьет, и здесь Кудрин теперь. Мяч в поле остается, Глухов выбивает на него мяч. Соперник мяч подобрал, и, слава богу, для электронного города ничем страшно. Ох, какой удар в девятку дальнюю был. И Саур вновь. Катеринчев, Кочкин. Кочкин ушел от одного передача. И вновь тащит Саур. Больше играть ногами не может. Так, Тиан последний. Ох, Кочкин. Ох, борьба, удар. Ну не идет мяч в ворота. Тут пластаются все. Пространство будет набирать. Смещается в центр. Передача. Ну, это тики-така. Сыпко увидел набегающего Сидникова. Сидников в центр смещается, и вновь Сыпко, острый угол. Ну что сделает Максим? Удар! Не Папочкин. Удар, и не точно, но... Второй тайм, поехали. Через... Ок! Еще моментик! Аджимамбетов бьет. Кинчик играет на Егорова. И перехват от Аджимамбетова. И, наконец-то, гол! 1-0! Забивает. Решат Аджимамбетов. 1-0. Электронный город повел. В начале второго тайма. Счет, наконец-то, открыт. Сейчас-то игра и раскроется. Егоров пытался перекинуть. Кудрин. Стреляет мощно. Саур парирует перед собой на подборе. Игроки АГСС. Не смогли АГСС в этом моменте счет сравнять, но... Сыпко сам пошел, прошел и забил! Сам пошел! Никто его не встретил. И это большая была ошибка. 2-0. Электронный город. Резвое начало второго тайма от интернетчиков. Нету, кстати говоря, удар, и это было близко. Сыпко борется. Вдвоем Сыпко и... Ой-ой-ой, как Сидников не забил. Ну, они просто сейчас плели все позвонки. Ну, весь электронный город вернулся за линию мяча, буквально по щелчку пальцев. И спасает, подтаскивает Саур свою команду. Попытка пробить по пустым воротам, и, ну, совсем рядом было. Егоров. Не прошла передача, и контратака. Ситников справляется. Кудрин. Кудрин. Передача налево. Есть возможность у Екатеринчева. Пыром пробил. Справился с ударом Саур. С половиной электронного города. Ну, неужто будет отбиваться? Удар мощный. Вот Кудрин. Перевод налево вновь. Екатериничев по флангу. Попытка передачи. Мяч доходит до Корнеева. Прострел. И Саур выгребает мяч буквально уже из-под себя. Там был неприятнейший рикошет. Контратака. Ох, еще один момент. Передача. Егоров. Удар. И Черпачком закидывает мяч в ворота. 2-1. Есть еще много времени у АГСС. Но Егоров уложил как соперника на паркет. И издевательски, можно сказать. Хотя в этом плане, наверное,
абсолютно логичное решение именно перебрасывать вратаря. Кудрин. И еще один удар. А поворотом по пустым. Эх, сетку мяч задевает. Ну и не точно. Заходит на чужую половину. С владением. Удар. Еще есть. Ох, опять очень близок был 95-й номер. И вот она возможность. АГСС 3 в 2. Атака. Удар. Саур отбивает перед собой. И еще. Ой-ой-ой. Попадает по ноге. Сложно. Сложно найти прореху. И вот она. Возможно, контратака. Сыпко. Удар. И надежно Сыпко реализует этот момент. 3-1. Обрезали центр поля игроки АГСС. И эта ошибка привела к третьему пропущенному мячу. Егоров. Один шикарный гол он уже забил. Долго смещался в центр. Под правую все убирал. Улучшал позицию. Удар. Удар. Угловой будет. Чиркнул мяч. Канальку, но не прошел этот пас. И Ситников против полевого игрока. Ох, не перекинул. Прекрасно Ширинкин сыграл в этом моменте. Ситников. Передача на Глухова. Глухов бьет. И теперь Екатеринищу подставил. Пытается раскачать соперника. Удар. Саур намертво мяч берет. Финальный свисток фиксирует. Фиксирует. Ох, сразу два свистка от обоих арбитров. Фиксирует победу электронного города со счетом 3-1. И бронзовые медали достаются именно команде «Электронный город». Поздравляем ребят.